И раз уж мы оказались у нашего замечательного друга Дмитрия на заводе в прекрасном городе Люберцы, сразу пришлось вспомнить то, что наконец-то мы нашли замечательного отечественного производителя вот таких штуковин. Это шкафы для дорожных контроллеров, которые стоят на каждом перекрестке. Если раньше мы были вынуждены использовать продукцию полузападную, то благодаря тому, что против нас ввели санкции, наши производители получили возможность производить намного более качественный продукт. Итак, это просто охуительный шкаф. Ну, собственно, полностью укомплектована уже версия, которая передается нашим замечательным друзьям «Спецдорпроект». В нем уже есть необходимые автоматы, гигрометры, датчики влажности, температуры. Все это уже готово к подключению к внутреннему оборудованию. Печка. Есть специальный обогрев, термостат, который включается при необходимости, чтобы убрать конденсат. И два блока вентиляторов, которые устанавливаются вот сюда. Есть фильтры воздуха. И все это направлено на то, чтобы внутри шкафа не образовывался конденсат, когда возникает точка разрыва. Мы же знаем, что в любой ситуации контроллер должен работать 7 дней в неделю, 24 часа, и ничто не должно помешать. Поэтому здесь уже все рассчитано. Я бы еще добавил, конечно, сюда аппарат по приготовлению кофе горячего, ароматного, но, возможно, в ближайшем будущем это появится. Константин всегда будет заботиться о своих коллегах, поэтому что-нибудь такое придумает. Ну, хотя бы булочку, Константин, или чашечку кофе. Ну, Константин, почему этот шкаф самый замечательный? Ну, во-первых, потому что сделан с любовью, сделано в России и сделано специально для вас, для наших таких замечательных друзей. И для горожан. И для горожан. И если финализировать наши долгие пространственные рассуждения, то город получает и жители более надежную работу оборудования, дорожные контроллеры. То есть это приводит к тому, что светофоры работают надежней, лучше, меньше пробок, больше времени, которое можно провести с друзьями и близкими.